Всем привет, с вами передача «Покашеварим» и Виталька ведущий. Сегодня я вам покажу, как приготовить израильское блюдо под названием шакшука. Но сделаем мы его немножко необычным, оно будет у нас с болгарским перцем и брынзой. Для приготовления этой шакшуки нам потребуется вот что. 2 красных болгарских перца, 4 помидорки, 2 луковки, 4 яйца, 3 зубчика чеснока. Молотая паприка. Вот такой вот кусочек не очень соленой брынзы. Супер. Растительное масло, соль и перец. Лук нарезаем тонкими полукольцами. С кубиками. Помидоры нарезаем не очень большими ломтиками. Чеснок мелко рубим. Брынзу нарезаем пластинами. Вот у нас она треугольная, вот так вот треугольниками и нарежем. В какой-нибудь широкой сковородке разогреваем растительное масло и обжариваем лук вместе с перцем. Минут 5. Добавляем чеснок, паприку, соль и перец. Туда же закидываем помидорки. Тушим, периодически помешивая 5 минут. Выравниваем поверхность лопаточкой, делаем 4 углубления и выливаем в каждое по одному яйцу. Между яйцами выкладываем кусочки брынзы. Накрываем крышкой и тушим минут 10-12. Через 12 минут шакшука готова. Кушать ее надо горячей, желательно со свежим хлебом. Вот, например, в Израиле принято шакшуку есть на завтрак, ну, в крайнем случае, на обед. А я вот такое дело люблю, в общем-то, и на ужин ее употребить. Вам тоже очень советую, потому что это достаточно сытный и вкусный ужин получается. С вами была передача «Покашеварим» и Виталька ведущий. А также сегодня в кадре было израильское блюдо под названием шакшука. В общем, друзья, ставьте пальцы вверх, комментируйте видео, подписывайтесь на канал и оставайтесь с нами. Дальше будет много интересного. Пока!